Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Владимир. В сегодняшнем видео я хочу с вами обсудить такую тему, как же авторизировать ваш YouTube на телевизоре. То есть, о чем я говорю? Бывает так, что вы покупаете телевизор со встроенным андроидом, Smart TV, вы заходите в YouTube и не можете авторизироваться, зайти в вашу учетную запись, чтобы комфортно смотреть то, что вы смотрели на планшете, компьютере, телефоне и так далее. Есть три причины, как это дело исправить. Первый способ – это авторизироваться с помощью вашего телефона. То есть подключаете, включаете YouTube, нажимаете функцию «Войти», и он вам предложит автоматически синхронизировать с вашим телефоном. Вы это делаете синхронизацию, подключаетесь к одной Wi-Fi сети, авторизируетесь раз и все, она так остается, в дальнейшем этого не нужно делать до тех пор, пока вы не сбросите настройки. Второй способ — это попытаться скачать Google сервисы, если у вас встроенный Play Market какой-то. Если там нету сервисов, значит есть третий вариант, рабочий, который будет безотказный. И я вам наглядно продемонстрирую, как это сделать. Он сам ютубчик, заходим. Продемонстрирую то, что какая была ошибка у меня. Вот, заходим, нажимаю «Войти», и как у всех одна и та же ошибка. У кого что? У меня, допустим, вот такая ошибка — «Выйти». Как выйти из данной ситуации? То есть я нашел выход по приложению YouTube OneSet. Вот, нажимаю на YouTube OneSet, все прекрасно грузится. Как можете заметить, моя учетная запись, вот. Если видите мышь в правом верхнем углу, все есть, все работает. Здесь перейдете в настроечки и как бы для себя уже решите, что вам нужно убрать. Рекламу здесь можно абсолютно всю, то есть настраивайте под себя. 4К, все работает, все классно, круто, даже в фоновом режиме. Если вы выйдете в меню, будет воспроизводиться звук, если это музыка или там читаете какие-то книги и так далее, и так далее. Где это дело скачать? Вам нужно будет зайти через Chrome. В магазине вы не найдете в стандартном, скорее всего, раз вы смотрите этот видеоролик. Вот, ссылочка будет на вот это приложение, YouTube OneSet. Вам надо будет опуститься ниже. Вот, вот эти два приложения. То есть, первое, вы скачиваете MicroG. MicroG является своего рода Google сервиса для этого YouTube. И сам вот этот, конечно же, YouTube. Качаете эти два файла, сначала скачаете MicroG, устанавливаете, потом затем же сразу же устанавливаете сам YouTube OneSet. И вы получите желаемый результат того, что вы зайдете в учетную запись YouTube и будете полноценно его смотреть даже без рекламы. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, оставляйте ваше мнение в комментариях. Для меня это очень важно. Всем пока!